кадетской школе проходит набор учащихся на новый учебный год. В эти дни из разных районов республики в Якутск съехалось более 80 ребят. Из них выберут 20 учащихся в 7 класс. Для того, чтобы стать кадетом, необходимо пройти школу молодого бойца. В течение 4 дней мальчики сдают обязательные экзамены по русскому языку, математике и физкультуре. Также специалисты проверяют и психологическую подготовку. Основные требования – это здоровье. Они проходят медосмотр у себя там, в районах на месте. И по прибытии сдают алгебру, русский язык и нормативы по физической подготовке. И по итогам этих экзаменов, да, из 85 курсантов будут выбраны 20 будущих кадетов.